Приветствую вас, мои дорогие зрители! С вами Лилия Донскова. И сегодня я приглашаю вас вместе полистать каталог Oriflame номер 5. И по традиции мы будем не просто его листать, я вам покажу продукцию, которой сама пользуюсь, и дам рекомендации по применению. Я вам желаю всем приятного просмотра! Так как видео будет достаточно длинное, я вам рекомендую увеличить скорость просмотра. Если вы смотрите с телефона, то у вас будет в верхнем правом углу настройки, выберите ускорение 1.25 или 1.5, может быть даже больше. А если вы с компьютера, то у вас внизу настройки, внизу справа, тоже делайте ускорение. Сам каталог начнет свое действие с 29 марта и закончится 17 апреля, ровно 3 недели. И в этом каталоге у нас стартует революционная продукция, долгожданная, такая просто вот у меня вызывающая восторг, та продукция, которая поможет остановить процесс старения, омолодить кожу и сделать ее к весне более молодой, свежей, живой, подтянутой, упругой. И в этом нам будут помогать сыворотка-концентрат антивозрастного действия с ретинолом. Я вам сейчас ее покажу. Все продукты приходят в коробочках. Я буду делать отдельные обзоры на каждый продукт из новинок и расскажу подробно. Но что самое главное, на чем хочу сконцентрировать ваше внимание. Все эти продукты, их будет у нас сейчас впереди много, нужно наносить после этапа очищения кожи. Наносим на сухую кожу и на период использования того или другого средства обязательно применяйте продукты с высоким SPF в дневное время. Откажитесь, в принципе, от пребывания на солнце, то есть максимально старайтесь быть меньше на солнце. И откажитесь от средств с кислотами и витамином С. Тут каждому продукту стоят внизу рекомендации, вы их внимательно все прочитывайте. И далее подробные все инструкции будут в отдельных роликах. Вот так будет выглядеть сам продукт. Все очень стильно и красиво, в стиле, как это, в духе Novage, что мне очень нравится, вся эта продукция. Какие мы ждем изменения от этого продукта? Через 2 недели уже глубокие морщины сокращаются, и кожа становится мягче. И конечно же, идет активная стимуляция обновления клеток. Как использовать сыворотку? 2-3 раза в неделю, чтобы оценить реакцию кожи. То есть не делайте сразу активно каждый день. Посмотрите, как кожа среагирует. Продукты очень активные, поэтому кожа может, ну, как возмутиться. Поэтому будьте аккуратны в применении, наблюдайте, как кожа себя ведет. И если вдруг что-то пойдет не так, обязательно свяжитесь со своим наставником или напишите мне, я вам дам какие-то рекомендации соответствующие. Следующий продукт — это сыворотка с 10% витамином С. Такого вы еще не видели ни в одной компании. Витамин С такой концентрации 10% — это идеальная, как бы идеальный вариант для кожи. Меньше не так эффективно, больше очень тоже не есть хорошо. И самое интересное, как компания нашла решение, как витамин С дать коже. То есть если его размешать сразу, то продукт потеряет свою эффективность, поэтому компания сделала вот такие отдельные флаконы. И если вам видно через камеру, то посерединке у нас есть специальный отсек, где сухой порошок витамин С. Как вы будете использовать? Нажмете, то есть открываем флакон. Я сейчас нажимать не буду, потому что я сейчас начала курс другой делать. Нажимаем, порошок смешивается с сывороткой, и мы используем каждый день это средство после очищения на ночь. Вот, храним в темном месте этот флакон, используем каждый день, чтобы, как сказать, чтобы эффект не пропал, потому что при смешивании, как я уже говорила, уже будет эффективность
уменьшаться, если вы отложите, например, на 2-3 недели. То есть открыли, используем и так далее. Вот. Что еще очень важно, какие еще рекомендации? Желательно использовать все новые продукты с антивозрастным уходом на VEG. Тогда результативность будет больше. То есть это рекомендация. Так что смотрите, если вы давно присматривались к комплексному уходу, то самое время как раз подобрать себе соответствующий по вашему возрасту и по вашим задачам. Что нам даст сыворотка с 10% витамином С? Подавляет чрезмерную выработку меланина, то есть пигментация будет снижена через 4 недели на 85%, и кожа будет выглядеть наиболее сияющей. Это тоже очень классно, потому что в последнее время ко мне часто обращаются с вопросом, как убрать пигментные пятна, как осветлить кожу, потому что бывает, что пигментация портит внешний вид девушки, женщины, и многие стараются ее убрать, но эта задача не такая уж и простая, поэтому есть продукты, которые нам помогают, давайте ими пользоваться. Еще рекомендации: после этапа очищения наносите средство, даете впитаться, и после этого идете дальше по своему комплексному уходу, тот, который вы применяете, исключая все дополнительные активные средства, даже эссенцию. Если вы сейчас используете эссенцию на VEG, ее тоже нужно убрать. Следующий продукт, как раз именно этим продуктом я сейчас делаю курс, вот такая вот коробочка. Это сыворотка концентрат для повышения упругости кожи с пептидами. Вот так вот выглядят ампулки, здесь их было 7, то есть курс рассчитан на 7 дней. Одна ампула идет, половинка на утро, половинка на вечер. Очень интересная форма использования. То есть мы берем ампулу, вот так вот я достаю ампулу. Я вам сейчас покажу, как ее открывать. То есть специальная такая насадка, манжета, для того, чтобы убрать вот этот вот кончик. Нужно маслице стряхнуть вниз, как будто укол делать собираемся. Маслице все стряхнули вниз, всю сыворотку. И смотрите, нужно сделать достаточно усилие такое сильное. Так, сейчас, секунду. Оп, все. Это сделано для того, чтобы мы не обрезались, чтобы стекло не попало в ампулу, то есть специальную такая манжетка. Убираем, берем пипетку и вставляем ампулу в пипетку. Далее мы открываем так кончик и выдавливаем на ладошку. То есть мы работаем вот этой ампулкой как поршенечком, потому что если вы просто будете давить вот так на пипетку, то может ампула лопнуть. Поэтому вы можете вот так держать над ладошкой, и вот туда-сюда мы делаем, поднимаем, опускаем, и средство выливается в ладошку. Следите, чтобы вылилась примерно половинка. Потом закрываете, убираете в темное местечко до вечера. И сыворотку переносите пальчиками на лицо и шею. Что я заметила? Честно говоря, у меня такой восторг от этого продукта. Вот он у меня как раз первый, который я использую. Что я сразу заметила? Вот кожа по контуру здесь у меня и на шее, вот особенно в еремной ямке, я заметила, что кожа стала заметно терять упругость, то есть как бы появляется дряблость, и она особенно заметна при некоторых поворотах лица. То есть взрослые девочки, вы если при дневном свете себя рассмотрите в зеркало, то тоже заметите, что упругость все-таки уже не такая, как в 25 лет, даже в 30. Поэтому сразу, вот с первого применения, я когда на ночь сделала эту сыворотку, я утром встала, и у меня, честно говоря, глаза просто я вылупила глаза на себя, и я была ошеломлена, потому что я сразу увидела, что у меня на шее и вот на контуре кожа стала упругая, потому что даже вот на ощупь трогаешь свой подбородок, а он вот такой вот, ну,
не очень пружинистый становится, и это огорчает очень сильно. И тут я трогаю, понимаю, что у меня какая-то плотная кожа, смотрю на шею, а она прям расправилась, и я в восторге, в таком, что теперь я точно знаю, что этот курс я буду периодически повторять, потому что такого результата я, честно говоря, даже вот не ожидала. Видите, вот то, что я попробовала, у меня уже такая эмоция бешеная просто, мне уже хочется всему миру рассказать, что, девочки, смотрите, решение проблем, и можно снова будет вернуться к открытым блузкам, к глубоким декольте, потому что с возрастом, да, декольте становится все как куцая такое, потому что хочется уже все спрятать. Я вам просто очень рекомендую, попробуйте этот продукт, он очень крутой, очень эффект сразу. Следующее — это сыворотка пилинг для обновления кожи с 6% содержанием ахакислот. Вот так вот будет выглядеть сам пилинг. Я еще, конечно, его не пробовала, потому что все эти продукты вместе сочетать не рекомендуется. То есть мы делаем курс один, перерыв, потом берем другой курс, перерыв. Очень много вопросов, особенно вот по первому продукту с ретинолом, когда его использовать. Если говорить о людях, которые живут в теплых странах, и у вас много солнца, или вы планируете отдых, то однозначно нет. Мы не берем ретинол, вот первый продукт, потому что его, он и солнце, это несочетаемые вещи две, поэтому мы его, может быть, даже оставим на зиму, да, на зимний период времени, когда солнце неактивное, мы мало времени проводим на улице. А вот другие продукты, просто берегитесь от солнца и старайтесь выбрать себе крем дневной с высоким содержанием SPF, чтобы, как говорится, помочь коже в процессе, вот когда вы делаете курс, помочь коже принять все самое лучшее от продукта, не навредить, как мы всегда говорим, самое главное — не навредить. Вот здесь тоже очень простое использование, самое главное — чистая сухая кожа. Убираем все дополнительные продукты, используем комплекс, просто комплекс. Очистили, нанесли продукт, дали впитаться, нанесли, следующая у вас идет ваша сыворотка из комплекса и крем. Все, больше мы ничего не делаем. Используем 1-2 раза в неделю на ночь после этапа очищения, буквально 1-2 капельки кожи. Так, что еще мы здесь хотим сказать? А, результаты. Отшелушивает верхний слой кожи очень активно. За 7 дней 88% подтвердили, что текстура кожи улучшена. Конечно, когда снимается верхний такой уже мертвый слой кожи, конечно же, наверх выходят красивые, здоровые, свежие клетки, кожа станет и приятного розового оттенка, и поры будут заметно меньше, потому что они очищены будут и сужены. Конечно, общий вид лица будет идеально. Так, прячу все в коробочке сразу. На солнце мы не храним эти продукты, убираем в темное место, в наших шкафчиках в ванной или там, где вы привыкли хранить такого плана продукцию. И это еще не все, нас ждет чудесная маска. У нас, кстати, всем официальным обозревателям прислали продукты, многие уже что-то попробовали одно, кто-то другое, мы пишем отзывы, делимся. Так вот, один официальный обозреватель написала, сделала эту маску на маме и увидела просто бомбический эффект. Тут просто такая подтяжка кожи, такое обновление, как будто вот кожу напитали буквально вот за несколько минут, напитанная такая, мягкая, красивого оттенка, подтянутая. Как мы используем эту маску? Также после этапа очищения мы достаем маску, в ней очень много сыворотки, то есть мы достаем аккуратненько, чтобы сыворотка была в маске, не отжимаем ее, и наносим влажной стороной на
лицо расправили, все аккуратненько разложили, вот как показывает модель, по лицу, и потом аккуратно снимаем защитный слой. Эта маска, она просто необыкновенная, то есть она по форме лица, это нанотехнология. Держим минут 20 эту масочку, вбиваем остатки сыворотки в кожу лица, не смываем, и далее делаем свой привычный уход. Вот такая вот удивительная маска из биоцеллюлозы. Конечно, я думаю, что такую масочку многие захотят себе брать, по крайней мере в дорогу, на мероприятие. Я обязательно такую маску себе приобрету, перед днем рождения сделаю себе такой вот подарочек, чтобы выглядеть супер-супер классно. Так, ну и в этом же каталоге у нас представлены два продукта. Это увлажняющая эссенция, которую я, кстати, забыла наверху в ванной, и гидрофильное масло, которое помогает отлично очистить кожу. Кстати, видела ролик в интернете, девушка наносит тональную основу на апельсин, такой пористый фрукт, втирает тональную основу, далее наносит очищающий гель, гель-тоник, и видно, что в порах апельсина осталась тональная основа. Далее наносит гидрофильное масло, делает массаж апельсину, смачивает пальчики, увлажняет, масло становится таким беленьким, смывает, и поры чистые. Вот знаете, после этого ролика я поняла, что я редко пользуюсь маслом, ну, не всегда хочется сначала масло, потом гель-тоник, но пользуюсь хотя бы 1-2 раза в неделю, и теперь понимаю, что буду продолжать приобретать. В этом каталоге у нас большая скидка при заказе продуктов Novage на 1990 рублей, включая одно средство из новинок, о которых мы сейчас с вами говорили. Поэтому, конечно, масло по такой выгодной цене — это редкость. Кстати, кто делает заказы на 150 баллов и имеет скидку 50%, то можно использовать на один продукт из серии Novage эту скидку, получается очень выгодная цена. И, кстати, спонж коньяку тоже по очень хорошей цене. Далее, комплексные у нас уходы Novage. Можно заказывать наборы пробников, у нас просто это удивительный инструмент, уникальный, для того чтобы дать людям попробовать, прежде чем заказать, потому что когда смотрят на цену комплексного ухода, люди обычно все такие: вау, как-то дороговато, непривычно такие цены на себя тратить многим. А когда мы приобретаем сначала пробники, можем подарить клиенту и вместе провести уход, показать, как это работает, обратить внимание на все нюансы, рассказать, какие стволовые клетки используются в каждой серии, и далее разбить эту сумму на каждый день. И получается, что в среднем получается как проезд на маршрутке, одно применение на утро, например. То есть эта цена получается очень даже адекватная, только людям нужно это показать, потому что такого комплексного ухода хватает примерно на 4 месяца, кому-то даже на 5. Вот крема у меня расходуются быстро, я не экономлю, я обильно наношу крем на лицо, на шею, даю впитаться, потому что я вижу результат, мне очень нравится то, что в своем возрасте, мне вот будет 47 лет в мае, я еще никогда не была у косметолога, и многие оценивают состояние моей кожи как, ну, достаточно молодо. И 30-35 лет, конечно, это приятно. Даже когда говорят 40 лет, все равно в 47 выглядеть на 40, это тоже здорово. Главное, не старше выглядеть. Потому что многие женщины, они выглядят либо на свой возраст, либо моложе, либо старше. От чего это зависит? И от ухода в том числе. И, конечно, от образа жизни, от питания и от всего, как человек занимается спортом, сколько он спит, прогулки, свежий воздух, даже мышление играет роль, потому что позитивный человек стареет медленнее, чем человек, который подвержен депрессиям, унынию и так далее. Кстати, у нас есть удивительный напиток Акваглоу, который также помогает поддерживать нашу красоту изнутри. Я когда пропила вот курс, он на 15 дней рассчитан, каждый день выпивать
вот этот вот пакетик, разведя в стакане воды. Я сразу увидела, как лицо стало розовым, свежим, молодым, и кожа какая-то вообще другая на ощупь. То есть мы и изнутри должны помочь своему телу. Есть дополнительные продукты: матирующий гель для жирной проблемной кожи, мультифункциональный защитный крем. Кстати, вот именно он рекомендуется, когда вы будете использовать продукты вот из новинок, взять SPF помощнее. SPF 50 – это самый высокий SPF. Всегда читайте рекомендации в каталоге, они помогают нам определиться с покупками, участвовать в каких-то акциях. Сейчас проходит интересный бьюти-марафон от Oriflame, тоже есть классные условия. Участвуйте, получайте подарки и балуйте свою кожу и себя. Уникальное предложение, когда аромат Эклат Мадемуазель, я его просто вот обожаю, какой он весенний, он такой нежный, звонкий, немножко дерзкий, он вообще просто невероятный, я его очень люблю. При заказе на 990 рублей из каталога, кроме, конечно, самого аромата, этот аромат не входит в эту сумму, вы можете получить огромную скидку, всего за 719 рублей этот аромат. Если вы для себя, то понятно, у вас вы можете себе, естественно, заказать, вы можете эту акцию предлагать своим клиентам, показывайте им условия, рекомендуйте собрать заказ с близкого окружения или что-то выбрать для себя из каталога и получить дополнительную скидку на аромат. И вот чтобы акция прошла успешно, я вам рекомендую заказать пробники этого аромата и подарить людям, которые будут заинтересованы, чтобы они поносили на себе этот аромат, прочувствовали, влюбились в него и захотели его получить не за 1349, а за 719. Лучше эти деньги потратить на другую продукцию. Далее нас ждет прекрасное предложение, когда мы можем целый набор, каталог, пробники, сыворотка для лица против пигментации, пробник антивозрастной тональной основы и пробник прекрасного аромата Эклат Мон Парфа получить за 69 рублей. Кстати, какая будет красивая обложка у каталога, такая прелесть. У нас еще есть дополнительные два каталога. Один каталог с аромамаслами и второй с ювелирной бижутерией Норхен. Тоже вы можете посмотреть эти каталоги. Обзоры есть у меня на канале или на сайте Oriflame, полистать, посмотреть, какая прекрасная бижутерия. У нас аксессуары, если вы заметили, ушли из каталога, то есть я их здесь уже не нашла, и они у нас теперь в отдельном каталоге Норхен. Но надеюсь, что-то еще будут изменения, потому что приятно видеть в каталоге какие-то приятные коллекции: сумочки, балансины, платки, аксессуары, бижутерию и так далее. А, мой любимый аромат. Часто меня спрашивают: Лиля, какой аромат любишь ты? Я люблю Giordani Gold Essence. Вот в любое время года я всегда его обожаю. Если у меня отнимут все ароматы и скажут: выбери только один, оставь себе, я оставлю его. Вот так я его сильно люблю. Мне не всегда я говорю: ой, какой красивый дизайн. Действительно красивый дизайн, но главное — это то состояние, которое я получаю с этим ароматом. И оно необыкновенное. Для кого-то он кажется тяжелым, кому-то этот аромат не нравится, но большинство отзывов всегда на него очень классные. Рекомендую тоже заказать пробник, подегустировать этот аромат, потому что он нереально классный, у него высокая концентрация, он достаточно стойкий и очень красивый на вот с первой ноты и до последней. Далее нас ждет аромат со средней концентрацией, это туалетная вода Eclat Femme. Вот так вот выглядит флакон, и этот аромат у нас сейчас в каталоге номер 4, 5 и 6 идет по акции «Первый шаг стартовой программы для новичков». Если вы только думаете присоединиться или только присоединились к компании, смотрите, вы можете этот аромат покупать не за 990 рублей, а взять за 199 рублей, пройдя первый шаг стартовой программы в течение 21 дня с момента регистрации, собрать заказ на 100 бонусных баллов.
Далее аромат Amber Elixir. Я расскажу о своем любимчике. Это Amber Elixir Crystal. А я по-простому говорю Amber Elixir. Не знаю, мне так читается. Очень люблю этот аромат. Вот уже 2 дня им пользуюсь сейчас, потому что он меня вдохновляет. Он такой дерзкий, динамичный. Нереальное сочетание нот в этом аромате вызывает удивление, потому что я подобного еще никогда не пробовала в ароматах. Тоже рекомендую пробник. Про ароматы можно говорить очень долго. Я люблю многие из представленных в каталоге, какие-то меня прям вот вдохновляют, каким-то я равнодушна, но всегда говорю пробник, дорогие мои, потому что нереально со слов человека, даже прочитав состав, вы можете сказать: о, да, это мои любимые нотки, но может быть какая-то нота еще есть, которая здесь не прописана, и она будет отталкивать вас или вызывать головную боль. Поэтому только пробуем сначала через тестер, ну хотя бы как минимум потереть страничку, это тоже даст хоть какое-то представление об аромате. Так, немножечко ускорюсь, потому что нет смысла так много времени тратить на ароматы. А что классно, вот смотрите, например, вы выбрали себе аромат Giordani Gold Original, тогда к нему вы можете заказать еще дезодорант спрей, дезодорант шариковый, и у вас будет полная гармония. А также еще к некоторым ароматам есть крема в баночках, которыми вы также можете усилить аромат и сделать его еще более интересным и продлить его стойкость. Также для мужчин у нас есть коллекции, что мне очень нравится, очень-очень, вот эта вот новая тенденция, то что у нас для мужчин сделали мини-спреи по 15 миллилитров, то есть такие маленькие коробочки. Вот у меня новенький, кстати, один заказывала, у меня его отняли сразу, я заказала второй. Миша говорит, пока не открываем, может быть кому-то нужнее, потому что у него столько ароматов накопилось. Это тоже очень удобно, особенно для мужчин, которые часто бывают в командировках, чтобы им не таскать с собой большие тяжелые флаконы, как правило они увесистые, и хотя наши мужчины конечно сильные, но всегда налегке путешествовать приятнее, чем с тяжелыми сумками. Вот так вот мы, для мужчин тоже прекрасный ассортимент. Ароматы на любой вкус, для любого мужчины можно подобрать, потому что ну, выбор шикарный просто. Также для мужчин есть серия уходовая: мыло, шампунь для волос и тела, шариковый дезодорант, пена для бритья. Вот, кстати, мне пену заказывали, Мишин папа заказал пену, вот я ему выпишу пену, увлажняющий гель после бритья и невидимый гель для укладки волос. Сейчас мужчины у нас очень ухоженные, красивые, они укладывают волосы, делают невероятно стильные стрижки, поэтому для них этот гель тоже просто уже стал как нормой жизни. Дополнительные аксессуары особенно пользуются спросом: мужской триммер, и обычно его забирают уже в первый день каталога, поэтому если вы давно на него смотрите, то берите сразу, не ждите, когда сформируется у вас заказ, накопится побольше, потому что потом его просто не будет. Для мужчин у нас тоже есть целая коллекция Novage, это комплексный уход, он великолепен, Миша у меня пользуется, и я просто могу сказать, кожа изменилась. Если раньше у него такие были крупные поры в зоне, в Т-зоне, и постоянно забивались черные точки появлялись, он так мучился, там щеточкой все тер. Сейчас он пользуется комплексом где-то 2 раза в неделю, не каждый день, и то здорово. И у него кожа вообще стала другая, пропали все шелушения, кожа стала мягкая. А какой аромат! Я прям обожаю, когда он делает этот уход, так вкусно пахнет. Красота изнутри и здоровье — это wellness, целый раздел wellness. Тут можно сейчас сразу обратить внимание, то что некоторые продукты серии wellness, а их много, у нас идут по подписке. Что обозначает подписка? Вы первый, второй, третий продукт приобретаете по цене, которая указана на сайте, да, или клиент, если то берет по цене каталога, четвертый продукт приходит в подарок. Это тоже удобно. У нас обширный
ассортимент wellness, есть все для здорового питания, для здоровых перекусов, есть целевые комплексы для волос и ногтей, морской кальций, отдельные вот батончики, супы, коктейли. А об этом долгий разговор, поэтому перелистываем страничку. А вам рекомендую на YouTube посмотреть вебинары профессиональные нашей компании, ознакомиться с продуктом, посмотреть отзывы и выбрать для себя то, что сейчас наиболее актуально. Может быть, вы начнете с витаминов или с коктейля, а лучше и то, и другое. Серия On Color у нас тоже насыщенная для молодой кожи. Есть пудра, есть тональный флюид для сияния, кстати, очень популярный. Есть консилеры в стике, тоже девчонки очень любят такие консилеры. Великолепные помады. Вот я забыла взять помаду, у меня есть теплый ореховый. Обожаю эту помаду, даже не ожидала, что... как бы и серия простая, и дизайн простой, но какая начинка! Помада так классно лежит на губах. Вот никаких вообще, вот даже микро негативного отзыва я не оставлю, потому что его просто нет, только восторг. Есть карандаши для губ, универсальные три оттенка, которые можно подбирать практически, да, каждой помаде можно подобрать карандаш. Далее, для ногтей карандаши для глаз, два оттенка, двухсторонние, тоже удобно, то что можно сразу и светлый, и темный тон сочетать. Так, что еще? Тушь, очень популярная тушь, она здесь есть просто стойкая, объемная, а есть водостойкая. Если заказали водостойкую, то сразу к ней заказывайте средство для снятия водостойкого макияжа. Ее ничем не удалите вообще, как она держится круто. Карандаш для бровей получил столько потрясающих отзывов, я была удивлена. Многие сказали, он даже круче, чем Giordani. Столько восторгов, поэтому если вы ищете себе идеальный карандаш, попробуйте именно этот. Далее у нас подводка Kyle для глаз, я не пробовала. И подводка у нас с кисточкой жидкая. Тоже я очень люблю жидкие подводки, но, кстати, покажу вам, заказала себе новинку из 4-го каталога, и я от нее в восторге. Пользуясь случаем, похвалю вам эту подводку тоже. У нее идеальная тонкая кисть, то есть можно такие тонюсенькие стрелочки, можно толстенькие делать. Она упругая, достаточной длины, то есть не надо ни длиннее, ни короче. Компания нашла идеальное сочетание начинки, то есть она не сохнет так быстро, и она стойкая, то есть если ей дать высохнуть, она водой не смывается потом. То есть если я сразу ее сейчас буду стирать, да, я ее могу стереть, но какое-то время она лежит на глазах, по крайней мере вечером, когда я умываюсь, только снимаю со средством эту подводку. Далее у нас появляется новинка, тушь. Дает объем, длину подкручивания, и, кстати, кисточка, потрясающе удобная кисточка. Это будет стойкая тушь для ресниц как раз на лето. Я, честно говоря, не знаю пока, как она будет смываться. Тушь водостойкая, но возможно, что она будет... Нет, даже невозможно, это просто будет водостойкая тушь. Почему я сейчас немножечко затормозилась? У нас до этого была тушь термостойкая. Да, здесь было бы написано термостойкая. Ну, пока я не вижу других рекомендаций, пока это просто водостойкая тушь. А хотелось бы термостойкую. О, вау! Сейчас я вам покажу тинты. Многие ждали, ну почему в Oriflame нет тинтов? Вот они появились. Честно говоря, я к ним еще не приспособилась. Дочка у меня в восторге. Она сказала, мамочка, ну ты же мне их подаришь. Я говорю, да, конечно, подарю. Потому что для меня немножечко непривычная форма и нанесение, и так как они себя ведут. Смотрите, я наношу, наносить лучше кистью, потому что вот сейчас я нанесу, и потом, если я сейчас пальчиком буду тушевать, то пальцы у меня даже не отмоются, если сразу не смыть. То есть он наслаивается. Очень-очень тонко можно распределить, выглядит очень красиво на губах. Вот у меня дочка уже начала пользоваться, и я смотрю, как же это красиво, молодая кожа, такие вообще становится какой-то оттенок невероятный. Вот этот у меня розовый, по-моему, сейчас посмотрим точно.
Так, не вижу код. Вот он, восьмерочка на конце. Так, это ягодный. Далее мы сейчас с вами попробуем шестерочку. Вот как раз розовенький. Вот такой вот розовенький цвет. Он прям нежненький-нежненький, такой приятный-приятный. И вот он подсыхает, можно еще один слой нанести. Его можно использовать вместо румян. И если мы наносим на тональную основу, то все хорошо. А если просто на кожу, то смывать очень трудно. То есть он будет стойкий. Вы нанесете, и смотрите, какой красивый, энергичный, красный. Ой, ну по мне так это прям вот как морковка насыщенная. Вот такой вот цвет. Дадим впитаться и попробуем еще один слой нанести. Тюбики классные, такие легкие, красивенькие, такой динамичный дизайн, и мне очень понравилось. Что-то новенькое я всегда люблю. Так, что мы можем делать? Интенсивность цвета увеличивать. На лето классно то, что устойчивость идет к поту, да, он такой водостойкий и стойкий пигмент. Так, далее. А, как раз подводка. Я вам ее уже показала. Она нереально крутая, просто очень классная. И вот то самое средство для снятия водостойкой косметики с глаз, которым я пользуюсь. Это двухфазная жидкость. Она, правда, здесь без скидки. Но когда вы увидите ее со скидкой, рекомендую попробовать, потому что она снимает любой сложности макияж. Далее у нас появилась новинка. Тушь 5 в одном, но она стала у нас в новом дизайне Wanderlash. Вот такая вот она более симпатичная стала, черная с серебром. Та же самая кисточка, но новая начинка. И эта тушь мне нравится больше предыдущей, хотя казалось бы, ну куда лучше, но не может быть уже. У нее интереснее текстура, она более эластичная, и я могу ее наслаивать больше. Изгиб получается нереальный. И она более как бы объем дает, то есть в то же время и все реснички разделенные, такие причесанные, такие классные, очень крутая тушь, просто вот восторг за такую цену, такую крутую тушь получить, столько в ней классных функций, и есть, кстати, тоже водостойкая, но я водостойкой никогда не пользуюсь, не знаю, я не люблю ее потом снимать, я боюсь за свои реснички. Так, здесь у нас любимчик многих — тени для бровей, вот этот наборчик с зеркалом, с поддончиком, в котором есть кисточки. Здесь у нас два оттенка для бровей, темный, светлый, их можно миксовать друг с другом. А это воск, просто воск, который мы закрепляем вот белой кисточкой. Мы закрепляем брови, укладываем их в той форме, которая нам нравится, и получается еще увеличивается стойкость за счет воска. Очень классный набор, очень классный. Я им пользовалась много-много лет, пока у нас не вышла помада для бровей. И я стала изменять этому набору с помадой, потому что помада мне удобнее в использовании, и мне нравится ее бархатистость. Это карандашики, называются стойкие тени карандаш для век. Они стойкие, реально очень стойкие. Я их просто обожаю. У меня два оттенка. Смотрите, один у меня бронза, вот такой вот бронзовый цвет. Ими можно подводить внизу глазки, вот где реснички, чтобы оттенить глаза. Можно красить просто вот сверху полностью тени. Можно, вот, например, уголочек светленький сделать и сюда увести тоже светленький. Они между собой хорошо миксуются, их можно тушевать пальчиком. Но если вы какое-то время их нанесете и ничего не сделаете, они высыхают, становятся мега стойкими. И уже макияж на весь день. Обожаю эти тени, еще использую их частенько как подложку под сухие тени. Получается более насыщенный цвет теней, стойкий и эффектно выглядит. Кстати, трафаретик есть, у меня где-то такой есть, я им одно время долго пользовалась, было прикольно, потом куда-то его задевала. Если не умеете красить стрелочки, берите трафарет, вот с ним действительно очень удобно сделать классные стрелочки. Так, что здесь? Да, конечно, наши любимки, реснички, накладные реснички. У меня естественные, естественно, это первые, и они самые, мне кажется, лучшие. Их фишка в том, что они многоразовые, хватит очень надолго, пока не кончится подводка.
подводка специальная, магнитная. То есть вы наносите вот так вот стрелочку, раз, потом два, вот такая вот она, вот нанесли, раз, толстенько делаете, не тонкую подводку, дали высохнуть, нанесли второй слой, дали высохнуть, берете реснички, они приклеиваются, потому что у этих ресничек есть тут вот, если вы возьмете их в руки, сейчас подцеплю, вот тут есть вот эти металлические штучки, их 4 на каждой ресничке, а они просто приклеиваются. Вот она у меня еще не высохла, вот видите, она уже клеится. То есть магнитная подводка и магнитные вот эти вот штучки, она их держит великолепно. Единственный есть момент, который вы должны знать, что если вы попадете под душ, ну, то есть я имею в виду расплачетесь, если вода попадет, подводка отпустит магнитик, надо будет тогда отклеить, подсушить, накрасить еще слой подводки, второй, и заново приклеить реснички. То есть если вы идете куда-то на мероприятие, на всякий случай бросьте с собой в сумочку подводку, чтобы если вдруг какой-то форс-мажор произошел, у вас было чем исправить ситуацию. Так, здесь нас ждут помады. Очень сейчас трендово это металлический оттенок в помаде, чтобы были вот эти вот блестки, все искрилось, сверкало. У меня была такая помада, сейчас скажу, какой у меня был оттенок, морозная сирень, но мне цвет абсолютно не подходит, и я подарила Мишиной маме. Как ей хорошо эта помада, просто чудо. Ну, то, что она очень приятная по текстуре, лежит на губах, она такая мягкая, очень приятная помада, классно, главное подобрать свой цвет. Здесь нас ждет жидкая матовая помада, она будет у нас вот такая вот крутая, с нереальной кисточкой, у нее такая удобная, слегка изогнутая кисть, она не слишком крупная и позволяет делать такие вот нанесение классное, даже без контура мы можем наносить. Помада лежит отлично, губы, по крайней мере, мне не сушат, мне с ней очень комфортно, с этой помадой, просто ее обожаю, тоже всем рекомендую. Так, далее, забыла взять мультифункциональный бальзам для губ, у нас заменили предыдущий, на который было у многих нарекания, жалобы, этот стал совсем другой. Я сначала первые дни к нему придиралась, искала в нем что-то нехорошее, но в результате ничего не нашла. Хороший бальзам, я им пользуюсь. У меня мягкий персиковый, забыла его взять. Не заметила просто, когда собирала продукцию, не заметила, что он здесь вот в уголочке. Вот можно брать смело. Отлично лежит, губы увлажняет, и выглядит он красивенько на губах. То есть можно взять поярче, и он тогда будет еще и как помада служить. У нас еще, кстати, есть украшения все-таки, а я думала, их совсем все убрали. Лаки. Гель-лак. Мечта всех дома сделать покрытие, которое будет держаться 11 дней, как заявлено производителем. Но у меня не случилось чудо, максимум 3 дня у меня держался этот лак. Какая в нем специфика? Наносить нужно на чистую сухую ногтевую пластину, сушить при дневном свете без лампы и не при лампочке, только дневной свет, дать высохнуть, потом нанести закрепитель. Ну, как видите, у нас он использовался, потому что цвет нереально красивый просто. Потом мы наносим специальный гель покрытие закрепляющее, также сушим при дневном свете и смотрим, какой будет результат. Многие писали, что держался и 11 дней, но я не знаю, это какие ногти у людей. У меня вообще лаки не держат. Вот я вчера ногти накрасила, вчера только. Я даже вчера не готовила. Видите, у меня уже вот кончик обшелушается. Иногда бывают сколы. Я очень бережно отношусь, но тем не менее, на моих ногтях, хотя они очень крепкие, никакие лаки никаких фирм не держатся. То есть это не то, что беда какая-то в Oriflame. Нет, лаки у нас чудесные, просто великолепные. Вот эта пилка шикарная. Ну вот у меня такая почему-то специфика, поэтому я постоянно их перекрашиваю. У нас роскошные кисти. Вот роскошные, просто вот моя любимая кисть, вот она, только она у меня уже не такая вот аккуратненькая, естественно, за 2 года, сколько я ей пользуюсь, я ее сколько раз стирала, сотни раз уже,
То есть она очень классная, и для пудры я ее использую, и для румян. Ее можно вот так вот поджимать, делать, например, бронзером где-то растушевку. То есть все что угодно, можно вот взять 2-3 таких кисти, одну для одного, другую для другого. Она просто прелесть, просто прелесть. Очень хороший на спонжике. Обычно спонж, как же он называется-то, блендер для тональной основы, они стоят дорого, а здесь на спонжике 109 рублей за 4, хватит надолго, и если к ним приспособиться, они классные, они очень классные, многие их прям обожают. А вот еще хочу похвалить зеркало, оно тройное, у него нормальное идет сначала, обычное, без увеличения зеркала, потом, по-моему, в 2 раза увеличивается, а потом вообще гигантское. Мне оно очень нравится, особенно если надо выщипать брови аккуратненько, чтобы увидеть все мельчайшие волосочки. Оно шикарное просто. Тональная основа. AZ-крем, любимчик многих, при покупке 2 скидка больше. 2 варианта есть: увлажняющий, а есть тот, который матирует. Увлажняя, то есть здесь прямо написано гидромат, то есть он не будет сушить кожу и при этом будет сдерживать жир. SPF 30, это мне очень нравится, то что в них такой высокий солнцезащитный фактор. Адаптивная тональная основа, это просто моя любовь, вот такая вот любовь навек. Она мне очень нравится, мой оттенок, сейчас скажу точно, 82-й, холодный розовый. Вот такой вот цвет, уже не знаю, где даже попробовать. Чуть-чуть капельку нанесу. Очень приятный оттенок, он делает мою кожу идеальной. У меня к нему никаких претензий абсолютно. И он меньше всех тональных основ отпечатывается на пуховике. И это мне нравится. И огромный выбор цветов. И смотрите, 2 продукта можно, один такой взять, один такой, вы можете их миксовать на этих страничках тоже, то есть несколько страничек у нас идет с 90 по 95, то есть вот это и вот это. Можете любые взять 2 продукта, и они вам будут со скидками, даже Giordani, вот какая неожиданность, здорово. Так, что мы еще будем хвалить? Конечно же, мой любимый консилер, он стойкий. Он очень хороший. Он, вот давайте венку так закрасим. Я его использую на зону вокруг глаз. Аккуратненько прибиваем. Дает свечение, легкость, то есть не перегружает кожу, не подчеркивает морщинки. Все, нет венки. Вот это вот прелесть. Всем рекомендую. Отличный продукт. Вот никаких к нему тоже претензий. 2 оттенка я себе беру всегда светленький. Также у нас есть праймер для визуального уменьшения пор, и на него лучше ложится тональная основа, то есть вообще становится идеальный макияж. Средство для снятия косметики у меня не снимает мою косметику. Вот. Пока мы здесь на косметике, давайте попробуем еще наслоить. Такой розовенький возьму. Вам же интересно, да, тинты, посмотреть, как они работают. Можно, конечно, будет найти отдельные ролики, я тоже запишу отдельное видео по тинтам, на днях прям сделаю, так что будет на канале. Вот так наслаиваем, он становится более яркий. Ну, конечно, лучше взять кисть. Один сделаю, потом, может, еще один слой положу. Шикарный продукт, это палетка для контуринга. Она просто великолепная, потому что она справляется сразу со всеми задачами, все что касается скорректировать лицо, добавить сияние, румянец, все здесь есть. А вот стики, вот честно, я их люблю, но хочу обратить ваше внимание на что: они как бы подсыхают в объеме, то есть если они были сначала такие вот плотные, то сейчас я вижу, что они в объеме усохли, я их просто физически не смогу использовать. То есть они, конечно, очень крутые. Вот хайлайтер дает такое приятное свечение с розовинкой. Румяна. У меня 3 продукта. Вот румяна такого натурального хорошего оттенка. Но как их использовать, когда еще столько другой косметики и сухие и так далее. То есть вот тут вот маленький, да, маленькая грусть. Вот я их даже никогда не выкручивала еще, то есть я их как получила, я даже их не кручу, потому что они бесконечные. Смотрите, как их тут много. Как вот их использовать, пока они не высохнут? Я не знаю. Но они крутые, очень крутые.
Поэтому не стоит набирать много косметики, возьмите вот ту форму, которая вам удобна. Например, вот этими стиками можно полностью сделать макияж, потому что я и румяна наносила на зону теней, и вот этот бронзер, и хайлайтер, и все это кисточкой тушевала, получается такой красивый, нежный, нюдовый макияж. И потом же на щечках это мы встречаем, на губах можно румяна как помаду использовать. То есть, в принципе, вот взять три таких продукта, и больше ничего не нужно. Все будет у вас в одном месте. По акции у нас идет румяна в шариках. Это юбилейный выпуск «Жемчужное сияние». Я вам покажу свои румяна. У меня крышечка съемная. Здесь, я так понимаю, с зеркальцем крышечка. И вот такие будут румяна, то есть немножко другие оттенки. Просто чтобы вы понимали, это шарики, которые мы кисточкой набираем, они все миксуются, и на кисти остается вот эта пудра. Мы переносим на щечки, получается просто очень красиво. А здесь у нас пудра. Видите, как мы двигаем крышечкой, мы можем закрыть полностью и открыть. И я отклеила не всю пудру, я вот тут пленочку оставила, отклеила несколько дырочек, чтобы слишком много не высыпалось. И вот так мы высыпаем небольшое количество, и это роскошная минеральная пудра. Она просто безупречная, она фиксирует и убирает все недостатки. Универсальный один оттенок, который подойдет, ну, наверное, для всех. По крайней мере, мне круглый год подходит эта пудра. Я ей пользуюсь постоянно, и она моя любимая из пудр, из всех пудр. И она здесь по такой классной скидке. Нужно брать, как говорится. И тональная основа. У нас здесь идет шелковая тональная основа флюид, которую все обожают. Она с эффектом пудры, она прям вот классная. Но мне не очень удобно вот эта форма, то, что надо пипеткой взять. И можно испачкаться, поэтому я как-то от нее отказалась, хотя долгое время я ей пользовалась. Но сейчас вышли такие классные тональные основы, то что я потихоньку пробую то одну, то другую, и даже не успеваю вернуться к тем, которые были раньше. И стойкая минеральная тональная основа, тоже ее очень люблю. И смотрите, какие огромные скидки. Кстати, у этой тональной основы SPF 15, а у этой 12. И новинка, мне кажется, это просто будет бомба, потому что если вы посмотрите, здесь на маркере кисточка. Кисточка, не тот привычный нам линер, который вот как фломастер. Здесь кисточка, и это очень круто. Мне как-то присылали на обзор с AliExpress вот подобные маркеры с кисточками. Я хочу сказать, что это мега удобно, это просто не сравнится ни с каким другим продуктом, которым можно делать стрелки. Поэтому я думаю, что вот это будет бомба, просто бомба. Черный цвет и новинка для бровей. И это не просто карандаш, это карандаш-кушон. Кушон, смотрите, у него кисточка с одной стороны, да, блендер такой, которым мы будем тушевать. С другой стороны, удобной формы карандаш, у него треугольный такой вот стержень. И это будет очень круто. Я прям уверена, что это тоже будет бомбически удобно и красиво. Тушь, конечно. Тушь я такую попробовала. Я ее очень хотела попробовать. Необычная кисть. Вот это с изгибами вся, с такими волной. Тушь волной. И я к ней быстро очень приспособилась. Прекрасная тушь. Необычная. Вот для людей, которые все время любят что-то новенькое, перемены, все необычное какое-то. Вот мы им и рекомендуем эту тушь, потому что она классная. На следующей страничке супер тушь для ресниц с уже силиконовой кисточкой. Щипчики, пинцетик для бровей. То есть все для нашей красоты. А только вот успевай быть красивой. И помада Giordani, которую я очень люблю. Мне нравится их дизайн. Вот я вам покажу дизайн. Кто-то у меня схватил помаду. Так, вот такой вот красивый дизайн. У меня единственное, что из старой коллекции, то есть почему-то именно этот оттенок убрали. Но я хочу сказать, что эта помада антивозрастная нереально крутая. То есть выбирайте любой оттенок, который вам нравится. У меня просто был королевский янтарный, по-моему. Ой, как она плотная, мягкая, кремовая, она так лежит на губах, ну просто невероятно красиво. А вторая помада кремовая тоже, но она более дает такую прозрачную нотку, видите, она мягенькая,
легенькая, полупрозрачная, она такая невесомая, супер. Ну и дизайн, конечно, просто вот вау, вот этот один щелчок чего стоит этой помады. И на них тоже большие скидки. Так, 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 как все это не быстро у нас получается рассказать, но зато вы будете знать хорошо продукцию. Средства для интимной гигиены. Гель 300 мл. Я держу в руках освежающий. Мне нравятся оба. И ими я пользуюсь вот с первого дня, когда я записалась в компанию Oriflame. Это было уже 22 года назад. Или 21. Да, 21 год назад. Я с тех пор... То есть первая моя покупка была как раз гель, я попробовала, и с тех пор у меня он постоянно есть дома. Мы всей семьей пользуемся, потому что этот продукт, он очень нужен для интимных зон. Ой, какой ассортимент крема для рук. Выбирайте на любой вкус. Мне нравятся они абсолютно все. Каждый из них у меня был и есть сейчас. Ну, я их забыла собрать. Я так быстро собиралась, что не взяла ни один крем с собой. Ну, выбирайте по аромату, по дизайну, что вам нравится. Да? Там, например, ягодные, фруктовые, цветочные. Тоже карамель, яблочко. То есть здесь написано состав, посмотрите, что вам нравится. Обращу внимание, что единственный последний клюквенный чай, он маленький по объему, он 30 мл, а все остальные 75. Прекрасная крема, прекрасный подарок, как комплимент кому-то сделать. Я крема дарю клиентам всегда при больших заказах. Здесь у нас все нужные инструменты для того, чтобы сделать ножки гладкими, волшебными. Кстати, недавно в пустых баночках показывала вот это средство, которое у меня закончилось. К сожалению, я о нем грущу, потому что средство, ну, такое достаточно дорогое, но эффективное, очень эффективное. И здесь у нас будет крем для загрубевшей кожи ног, дезодорант, антиперспирант, увлажняющий лосьон и сыворотка, размягчитель для мозолей. Кстати, у меня тоже лежит около кровати в косметичке. У меня там все ночные мои средства, крема, маска спа для рук, смягчающее средство, вот размягчающее для ног, несколько кремиков лежат, потому что я на ночь все это делаю, все процедуры, локти мажу, руки. Для полости рта и для детей, и для взрослых рекомендую наши пасты, наши щетки. Они самые крутые. Тоже мы много лет пользуемся. Одобрено шведскими стоматологами, ассоциацией шведских стоматологов. Поэтому можно смело брать, абсолютно эффективно и безопасно. Кто любит кремовые дезодоранты, для вас вот тут припрятаны. И серия, которая меня покорила. Покорила с первого взгляда, против выпадения волос. Волосопад отменился, потому что мы сейчас можем на регулярной основе пользоваться этой продукцией. Она не такая, что вот курсом использовать, можно постоянно и мужчинам, и женщинам. Стал более приятный аромат у серии, чем у предыдущей, тоже вот активатор роста у нас там был. Так вот, какой эффект? Волосы становятся, во-первых, отлично промываются. Очень маленькое количество, очень маленький расход у этого продукта. Объем нереальный становится у волос, при этом они такие пышные, чистые, красивые. Пробуйте и обязательно закажите массажер. Когда вы будете использовать несмываемый тоник, вот тоник, то вот этим массажером вы сможете сделать дополнительный массаж кожи. А, как приятно. Вот эти упругие длинные пальчики, они хорошо промассируют даже густую шевелюру. У кого есть массаж, нужен всем. И даже рекомендуется раз в день подушечками пальчиков делать массаж. А можно взять массажер, просто положить его у себя на виду. Главное, его мойте почаще, чтобы он всегда был чистый. И пользуйтесь им. При покупке двух продуктов огромная скидка на массажер. А мы, конечно, берем два и больше. Серия восстанавливающая для волос. Тоже очень люблю эту серию. И покажу вам отдельно сыворотку, которую я обожаю. Всегда две капельки. Я наношу на пальчики кап. Вот так растираю и переношу на кончики волос, тепленькую уже с пальчиков. Волосы становятся еще лучше.
То есть они прекрасно расчесываются, они не спутываются. И, конечно же, выглядят эстетично, более красиво. Кончики не разъезжаются, то есть помогает отрастить волосы, не так часто их подрезать, потому что сыворотка помогает сохранить кончики волос. Ксерия для взрослой кожи 40+. Королевский бархат Royal Velvet с экстрактом черного ириса. Серия подтягивающая. Нереально красивые баночки. Вот у меня баночка с капсулами стоит. Просто покажу вам, что это очень красивая баночка. Эффективные средства. Я все это иногда беру, пользуюсь. Поэтому тоже рекомендую. По крайней мере, ценовая политика у этой серии очень приемлемая. Optimals осветляющий комплекс. Здорово, когда вот комплекс целиком идет по акции со скидкой. А пигментация многих мучает. Рекомендуется серия работающая. Серия для жирной кожи. Смягчающие средства, про которые я говорила. Вот у меня сейчас попался с абрикосиком. Смягчающие средства мы берем небольшое количество, можем наносить на губы, на кутикулу, например, чтобы она была всегда ухоженная. Вы мне вот часто пишете, что у меня ухоженные руки, а вот я беру всегда и мажу либо нашим маслом для кутикулы, либо смягчашкой. На ночь вот у меня всегда я намажу все это вот так вот обильненько. Оно впитывается, утром встаешь, а кожа мягенькая, не топорщится, да, все такое вот классненькое, полезное. Копяточки лопаются. То есть все, что сохнет, все, что вот нагрубевшее, эти продукты все размягчают. Так, здесь восковые полосочки для лица. Кстати, я не пробовала. Для лица я брала большие для ног и рук, но у меня они не справились. Конечно, на лице, скорее всего, справятся с такими вот, ну, как-то с небольшими проблемными, с пушком. Прекрасные патчи для лица, на мой взгляд, очень дорого. Они, конечно, крутые, у них такой состав нереальный. Ну, вот я пользуюсь, но сказать, что такой вау прям эффект, я его не вижу. Прям вау-вау. Да, конечно, они работают. И гиалуроновая кислота, она доставляется в глубокие слои. Надо пользоваться, надо обязательно. Поэтому я не смотрю на цену, что так дорого. Потому что патчи можно купить там большую банку за вообще за копейки. Но зная, что это Oriflame, и то, что Oriflame делает все самое крутое, я пользуюсь. Периодически, то есть, ну, не часто, но периодически я открываю одну упаковку и себя балую, потому что кожу вокруг глаз очень трудно оставить молодой долгие годы. А здесь уже идет подготовка к лету. Как же приятно осознавать, что зима уже практически позади, многих она уже покинула, и у нас появляются средства солнцезащитные, которые просто необходимы. Нельзя загорать без SPF. Ребят, нельзя, потому что слишком много потом тяжелых последствий можете вы получить. Потому что, ну, я не говорю про заболевания, страшные заболевания, которые вызывают солнце. Я говорю о том, что солнце стоит на первом месте как фактор старения кожи. Поэтому подумайте, прежде чем подставлять лицо, незащищенное под лучики солнышка, к чем это грозит. Я очень люблю наши автозагары. Очень люблю, потому что он такой естественный, натуральный. Когда уже хочется носить юбки, а ноги еще белые, или шортики, да, а ноги белые с синевой, я использую автозагар. Это просто бомба. Просто легко пользоваться, легко распределять. Главное, подготовьте кожу. Сначала сделайте распаривание, скрабирование, а потом нанесите спрей. И не трите кожу полотенцем после душа, просто промокните. Потом нанесите спрей, распределите, отмойте быстренько ладошки, чтобы они не потемнели. И дайте ему впитаться полчасика, да, побудьте обнаженной немножко. А потом можете спокойно дальше жить. Через несколько часов он проявится, и вы будете уже такой приятный, загореленький и красивый. Очень всем рекомендую аппарат Skin Pro Sonic 3 в 1. И почему рекомендую? Я его обожаю. Вот удобная подставка. Он у меня стоит в ванной. Три насадки. Отшелушивающая, то есть очищающая, отшелушивающая насадка скраб. И моя любимая массажная. Видите, вибрация. Не вращение, а вибрация.
За счет этого можно пользоваться и чувствительным, у кого чувствительная кожа, так легко поменяли насадку, поменяли, все промыли, все очень круто, долго служит. У меня уже больше года, наверное, этот агрегат. Я его просто обожаю. Кстати, первый раз недавно поменяли батарейки. Тут есть также насадка для нанесения тонального средства, сменные щеточки. И для мужчин есть насадки специальные. У мужчин кожа немножечко другая, чем у женщин. Следующая серия Love Nature. Очень люблю эту серию, но из нее я для себя беру только маски, потому что для моей кожи уже тоники, гели и крема абсолютно как бы, ну, мне уже они не нужны, это для более молодой кожи. Зато какие крутые маски, сейчас я вам про них расскажу. Так, обзор: крема, крем для глаз, тоники на любой вкус и цвет. Также есть вот скрабы, мыло очищающее для лица и тела. Кстати, дочке его беру, ей очень нравится. Отшелушивающий гель-скраб. Также мицеллярная вода. Правильно же это? Ну-ка. Да, мицеллярная водичка. Вот все время дочке беру очищение с чайным деревом. Шикарная губка для умывания. Масочки всевозможные, маска, скраб, осветляющий крем, короче, здесь я уже путаюсь, да, все читайте внимательно, потому что ассортимент очень большой, продукты крутые. Вот, кстати, две маски у нас сейчас есть, ягодная и маска с глиной, вот так, если их поставить. У ягодной не яркий аромат, чтобы я думала, будет просто ягодами. Нет, не яркий. Она гелевая, прекрасно питает кожу лица и шеи. На 10-15 минут нанесли. Маска с глиной очищающая. У меня ее дочка просто обожает. Я ей вот подарила ее недавно. Она: мамусик, как классно! И вот то, что я всем прям рекомендую, может быть, не заметите, силиконовая вот такая вот маска, которую я использую на тканевые маски или на питательные. То есть нанесли питательную маску, а сверху она усилит эффект увлажняющих масок. А тканевые маски, они все время сваливаются у меня, а то отклеится, то хочет убежать. То есть, ну, надо лежать с ней. Я сверху на тканевую зацепляю вот эту силиконовую, и можно спокойно 15-20 минут ходить в масках, и они от нас никуда не сбегут. Так, где же у нас все остальные маски? Пленка моя любимая, черная маска пленка. Тоже она не всем нравится. Читала и плохие отзывы, что она не работает, не чистит. Ее нужно нанести на распаренную кожу. То есть слегка сначала разогреть лицо или умыться сильно теплой водой или горячим полотенцем распарить. А потом нанести на 20-25 минут. Тут написано 20, но я бывает 25 держу, чтобы она до конца высохла. И потом ее, она чулочком снимается. Масочка с углем, но не может она не почистить поры. Я не знаю, у меня она чистит великолепно. Мы ее всей семьей просто обожаем. Так, далее. Вот эта маска прикольная. Она согревает, потом охлаждает. То есть там такой вот эффект, надо одну нанести, потом другую. У нас выходят новинки, мы уже к ним подбираемся, я уже пищу от восторга. Сейчас вам покажу, вот, ух ты, как взяла, прям как они тут у нас лежат. Вот они, мои любимые маски. У нас они вот просто летят. Маска скраб, кокос и алоэ. Ее можно наносить на 10 минут как масочка, а можно поскрабировать лицо, потому что в ней вот есть такие отшелушивающие частички. Если кожа позволяет, то можно сделать скрабик прям буквально 2 минутки и смыли. Маска с ягодами годжи и органическим овсом, она очень питательная, и она с согревающим эффектом. То есть ее, когда я нанесла, у меня сначала лицо начало гореть, и я испугалась. Вылезь. Просто светленькая, беленькая, беленькая масочка. А вот эта маска бомбическая просто. Ну, она уже кончается, надо новую доставать. Я ее люблю больше как маску наносить на 10 минут. Нереальная кожа потом становится просто. А если некогда, я быстро как скрабиком ее помассирую и смываю. У них очень приемлемые цены, но нас больше интересует новинка. Питательная маска смузи для лица с органическими ягодами. Ой, давайте двигаться дальше, потому что все интересно еще нас ждет впереди. Так, вот эти маски забыла взять. Тоже люблю такие масочки в коробочках. Они на, как говорится, на один раз. То есть вы открыли, и надо сразу использовать. Но ее там много, запросто хватит на два лица. Поэтому можете кого-то пригласить в гости на маску.
сахарная маска скраб для губ, она реально работает, она очень вкусная, ее просто вот хочется нюхать и нюхать, и есть, и есть, и она очень хорошо работает с губами. Это вот я у дочки взяла, у меня побольше расход, потому что я ей почаще пользуюсь. Маски для волос, у меня сейчас вот остались бананчик и манго, я их очень люблю. И вот такая маска, масло вернее, масло в тюбике. Его нужно наносить горячим, то есть сначала положите его в стакан с горячей водой, пусть он размягчится, пока вы моете волосы первый раз. Потом отламываете защитный колпачок, наносите на волосы, уже как-то говорится, распределяете, можно на сухие волосы носить, но я после очищения, ходите 30-40 минут и потом смываете. Волшебный эффект, просто волшебный, там кокос, пшеница, все это увлажняет. А эти маски тоже хватает на два раза, то есть я их делю на два раза, сначала один делаю или дочке отдаю, говорю: Лерчик, там маску я открыла, можешь использовать остатки, ну как бы половинку. То есть ее здесь очень много, поэтому получается выгодно, уход очень мощный. Они дают эти маски круче, чем какие я либо другие маски вот пробовала, даже покупала в профессиональных магазинах маски. Нет, все равно хочу сказать, мне Oriflame маски нравятся больше всех других. Сейчас у нас вот такая маска восстанавливающая для сухих и поврежденных. Недавно закончилась Элио. Часто берем маску медовую, очень она нравится, как она питает волосы. Обожаю серию Swedish Spa. Вот у меня сейчас есть вот такой вот большой бочонок солевого скраба. Вот такой вот он. Классный. А, как пахнет. А, обожаю этот скраб. Он самый лучший из всех, которые я пробовала в жизни. Роскошный диффузор ароматический, я про него, кстати, снимала отдельное видео, сравнивала его с диффузорами, которые мы покупали в Леруа Мерлен. Они те тоже классные, но они у нас закончились за 3 недели. За 3 недели просто пфф, а этот у меня стоял полгода. При этом я его на максимум использовала, все 6 палочек добавляла. Можно оставлять поменьше палочек, чтобы его надольше хватило. И я его разлила. У меня где-то вот столько вылилось просто в раковину, ну нечаянно уронила, пока схватила, все ушло. Вот шикарный диффузор, такой приятный аромат. Наша роскошная медовая коллекция. У меня есть скраб, постоянно его беру, кстати, очень люблю этот скраб. Он подешевле получается, чем Swedish Spa, потому что он, ну, очень дорогой, но я его тоже беру. А, кстати, этот я беру для всей семьи, а Swedish Spa никому не даю, я жадина только себе. И роскошное масло, вот я его дочке подарила, потому что, смотрите, в нем блестки. Она так пищала! Вы не представляете, какой был восторг. Я вот ей на 8 марта набрала коллекцию. Тут оно надо размешивать хорошенько. Оно такое вкусное. Сейчас вот капельку. Блесток сильно не видно. То есть оно будет мерцать при ярком солнышке, будет просто выглядеть кожа более такой вот ухоженной, сияющей, легкое мерцание, то есть, ну, не сильное, прям нет там таких вот блесток, что прям вот все переливалось как золото, этого не будет. Зато как будет пахнуть. О, и вот этот большой бочонок крема, тоже все его очень любят. И здесь есть крем для душа, который увлажнит. А вот тут я вам покажу мою любимку. Шампунь с дозатором и удобный скраб, то есть с откидной крышечкой. На 95% Botanicals натуральная, с экстрактом жимолости, что придает нереально вкусный аромат. Обожаю эту серию. У меня от нее волосы оживились. Вот я это слово, которое характеризует, то есть они стали прям вот живые, блестящие, мягкие, послушные, хорошо расчесываются. Ну вот просто бомба. Роскошные мыла. У меня уже одна клиентка 10 штук заказала. Так говорит, мне 10 сразу. По такой цене надо брать больше. Тоже разберут момент. Гели для душа. Вот такие вот классные гели. На этой страничке у нас без скидки идут 250 мл. А здесь два варианта. Камчатка и Калифорния. По 169 рублей. Но 400 миллилитров, то есть объем будет гигантский. У меня просто сейчас нет такого большого, чтобы вам показать, чтобы вы имели представление.
Вау, вот просто вау, я обязательно закажу. Очень давно мечтала попробовать твердый шампунь для нормальных волос. Авокадо и ромашка, они будут восстанавливать волосы. Вот мечта всей жизни попробовать такое. Я давно смотрю в интернете на них и думаю, почему у нас нету? Тем более с авокадо, тем более с ромашкой, прям то, что мне нужно. И вот один такой кусок равен как пол-литра жидкого шампуня. Поэтому будем брать. Аж мурашки просто. Что у нас здесь будет? Давайте рассмотрим. Будет питательная маска смузи, мы ее уже видели. И обновляющий скраб-мармелад для лица. И смягчающий крем-йогурт для лица. У меня дочка, когда это увидела, она: мамочка, мамочка, ну мы же это закажем, да? Скажи мне, мы же это закажем. И еще и многоразовый спонж для умывания, который будет доставлять удовольствие при купании. Пищу просто. Я все закажу. Однозначно все. И мыло, и скраб-джем для тела. Какой такой вкусный. Главное, чтобы его никто не съел. И крем-йогурт, и крем для душа. Крем-йогурт для душа. Посмотрите, какое все красивое. Все с этими вкусными ягодами. Как уже пахнет летом. Как я хочу лето. И завершает обзор карандаши всего за 119 рублей. Конечно, я наберу себе, у меня потому что карандашные, ой, я вам забыла карандаши Giordani Gold показать из серии, а они там были, давайте покажу вот так вот сразу все заодно уж карандашики. Так, где будем рисовать? Давайте вот здесь розовый, потом такой вот нюдовый. И красный, мой любимый, кстати, красный, обожаю этот, под все красные помады. А карандашики из серии The One я люблю еще больше, потому что они еще мягче, еще лучше на губах наносятся, они просто очень крутые. У меня карамельный и шоколадный, самый темный. Роскошные карандаши, берите смело. Вот The One моя любовь, я даже Giordani так не люблю. Вот люблю только красный, потому что вот эти два на губах плохо наносятся. Может быть, мне такие попались, может, такая серия была. То есть они вот на руке хорошо рисуют более-менее, а на губах чуть-чуть по-другому. Только по тональному средству хорошо идут. Ну и, конечно, карандаши для глаз. Блестюшки сейчас в моде, да, и есть матовые. Выбирайте любые, они очень хорошие. Я устала, я не знаю, как вы, а я вот просто, я думала, у меня этот будет самый быстрый обзор, потому что продукции-то мало на столе. Вот так посмотрите, раз-два, я обчелся, но я так долго вам все это рассказывала. Я надеюсь, что этот обзор принесет вам пользу в выборе для себя, в выборе для клиентов, чтобы не ошибиться, чтобы быть уверенным, то, что все это подойдет. Видите, тинты не стираются, подводки не размазываются. Да, стойкие тени все встали, стоят на месте. Вот оно все такое вот. Ну, эти пока растираются, но они не заявлены как стойкие. Вот все вам показала, все растерла. Ничего, вот помада матовая чуть-чуть растирается, да, но она очень хорошо лежит. Ну а мягкие Giordani, естественно, они вот мягкие помады. Фух, надеюсь, вы мне благодарны за мой труд и будете все это использовать, чтобы вам это принесло пользу. Я вам всем желаю успехов, классного каталога, высоких балловых заказов и влюбленных в вас и в продукцию клиентов. До новых встреч! С вами была Лилия Донскова. Пока-пока!